Меня зовут Коробицына Анна, я из деревни Кадыевская. Я приехала из Санкт-Петербурга к Коробицыной Марии Петровне. Я перехожу в 7 класс, занимаюсь черлидингом. Приехала я на все лето, пока у меня каникулы. Мне здесь весело, здесь много друзей, здесь много близких людей, тут очень здорово. Я бы хотела здесь остаться надолго. Добрый день, я посетил праздник в деревне Шацкурге, мне очень понравилось. Буду приезжать каждый год. Мы очень рады, что все сегодня собрались, внесли небольшой вклад в наше небольшое развитие нашей деревни. И очень приятно было всех увидеть большое сегодня. Большое развитие деревни. Все, спасибо. Первый раз у нас за все время устроили такой шикарный праздник. Просто это на зависть всем деревням, наверное. Поэтому вообще очень все здорово. И спасибо всем, что все просто поучаствовали в организации этого праздника. Очень большое всем спасибо. И за праздник тоже. Ура! Ура! Добрый вечер. Мы сегодня попали на очень замечательный праздник в деревню Шаткургу. Мы не ожидали, что здесь будет столько народу, очень много. Но я думаю, что сейчас еще народ подъедет, потому что дискотека еще будет скоро, да. Дискотека еще впереди, молодежь еще подъедет. Девочки приготовили очень вкусный плов, картошку. Два казана уже ушло на ура. На ура. Была очередь большая. Третий казан на подходе. Нам очень понравилась организация. Все, хорошо организовано. Девочки, добавляйте свою. Да. Все очень хорошо. Да. Жарко, купаются. Но мы не взяли с собой купальники. Очень жарко. Да. Можно купаться без купальника. Нам понравился этот праздник. Мы еще сюда приедем. Ура! Да, я местная почти жительница. Вот, приехала сегодня на праздник, на деревенские посиделки. И очень мне все нравится. Весело, уютно. Доброжелательные люди. Гостей много очень. Песни. Чай. Вид вообще замечательный. Заходите, приезжайте. Очень большая история интересная. Шаткурга – самая замечательная деревня в Устьянском районе. Шикарная река, шикарная поляна, шикарные люди здесь живут, добрые, хозяйственные, трудолюбивые. Вот. Жалко, конечно, что в деревне уже не так много народу, как было раньше. Но очень радует то, что сегодня на праздник собралось, мы даже не ожидали, что столько людей соберется на этот праздник замечательный. И мы очень рады от всей души. Сегодня поздравляем всех шаткургцев и всех, кто к нам приехал с таким замечательным днем, с праздником нас. Ребята, у нас в Шаткурге такого наплыва транспорта никогда и не было. Но это все почему? Потому что сегодня мы организовали День деревни. Поэтому к нам сегодня приехали все гости из Черенова, из Шаткурги, из Квазини, из Глубокого, из Бестужева. То есть все из близлежащих деревень. Мы очень рады гостям. Вот. И на самом деле действительно удивлены. Это ж надо, как вот сегодняшний день так всех вот сплотил, организовал. Поэтому, ребята, всем спасибо. Приезжайте еще. Будем праздник продолжать.